Ежедневно сотни воспитанников приходят в местный дом культуры заниматься в кружках, которых здесь насчитывается около 50. Дубковский дом культуры не отвечал всем требованиям необходимой комплектации. Но эта проблема теперь осталась позади. Язык не поворачивается сказать, что в гостях сегодня просто с нами встречается наш депутат Московской областной думы Дмитрий Аркадьевич Голубков. Значит, представлять его не надо в ходе избирательной кампании. Он здесь у нас уже был, все его знают, без исключения. Вот. Мне очень приятно и знаковое такое событие, то, что, знаете, как говорят, настоящие друзья, они не на словах, а в делах. Благодаря усилиям Дмитрия Голубкова для Дубковского ДК были приобретены комплекты звукового оборудования и освещения. Как считает парламентарий, техническое оснащение столь значимого для местных жителей помещения – очень ответственная и важная задача. Наша задача – сделать так, чтобы Дом культуры отвечал всем требованиям по развитию и подготовке наших детей, подростков, всех, кто сюда, ну, по сути, приходит, чтобы это была полноценная база развития. Сотрудники центра, в свою очередь, выразили депутату благодарность за весомую помощь, назвав его человеком слова. Много было предвыборных кампаний депутатов, но вы, правда, человек слова, пообещали и выполнили. Я заведующий филиалом, вы помните, приезжали к нам в Лесной городок, и у нас комплект не только здесь, еще и там нам хватит на все. То есть поселение большое, мы работаем всегда на двух, на трех площадках. Такие рабочие поездки позволяют осуществлять своевременный контроль за рациональным использованием депутатских средств.